Привет, привет. Ну что, наконец-то я ее забрала. Сушка. И здесь написано, я вам сушу, чего же более. Сушилка для овощей и фруктов. Распаковываем. Так, помощники разошлись. Ручки нету. Нести неудобно было. Это Kit Ford. Модель КТ-1902. Так. Ой, я обожаю именно вот Kit Ford. Они всегда так запаковывают интересно. Ой, ну конечно. Конечно. Kit. Как фирменный знак, иначе не скажешь. Магнитик. Такой в подарок. В моей коллекции второй. Что ж, так, тут что? Собери коллекцию магнитов, крутые призы за видео с техникой, твой подарок, кухонные весы. А, ну это у них разные акции. Если снимаешь видео в ТикТок, оно там сколько-то набирает. Это электронная гарантия поддержки. Это ручной отпариватель, это за видео обзор. Это тоже что-то. А венчик для взбивания за что? За Инстаграм. Сделайте креативное, качественное фото и, короче. Короче, не знаю, я в прошлый раз делала это кухонные весы. И за ТикТок. За ТикТок что там дают? Ручной отпариватель. Ну, в общем, реклама, двигатель торговли, да? Откладываем все это, потому что у нас с вами что главное? Ради чего мы все здесь собрались? Да. Ради сушки. Так, она так запечатана. Мне казалось, что она будет больше. Так, сейчас. Достать-то тебя. Слушайте, ну прям беда какая-то. Ну, даже коты прибежали помогать. Сейчас я вам коробку отдам, подождите. Вот. Зарыть в амбаре пулемет. Котята, вперед. Собирайте коробку. Кому коробку, кому сушку. Так. Это тоже все в бан. Вот смотри, какая она маленькая, компактненькая. Завязана. С любовью завязали. Ой, что-то с ней все вываливается. Сейчас, подождите. Такого нежно-зеленого цвета. Так, пакет туда. Сколько у нее? Раз, два, три, четыре, пять. Пять поддонов. Время, температура, старт, плюс-минус. Слушайте, никакой рекламы, ну, в смысле, информации, знаете, как дают книжечки, что как сушить, я тут не вижу. А тут есть только вот, я вам сушу. А нет, вот, смотрите, здесь есть рецепт. Все. Здесь общие сведения, комплектация, устройство сушки. Больше и меньше ножки, крышка. Что тут? И вот, пожалуйста, пошли рецепты. Яблоки сколько сушить и при какой температуре? Апельсины, бананы, виноград. Ну вот как-то так. А температура какая? Со скольки до скольки? Ну, по идее, должно быть до 70 градусов.
Мощность 250. Вероятно, надо прочитать здесь. Хотя, честно говоря, я никогда не читаю. А зря. Что еще вам показать? Крышечка, смотрите, такая зеркальная, чудесная. Сами поддоны, вот они легко, в принципе, снимаются. Там у них ножки. Отверстие. Сняли, одели. Одели же? Нет, не одели, простите. Тут, наверное, надо приноровиться. Поддоны-то. Ну, в целом, конструкция хлипкой не выглядит. Как будет работать? Ну, начнем тестировать с вами. Посмотрим. Так что сегодня буду делать пастилу. Будем тестировать на пастиле. Все, в целом вещь полезная, интересная. Я надеюсь, что у меня сейчас будет рецептов, ряд видео с рецептами именно сушки всяко-разного. Поэтому заходите, не пропускайте. Подписываемся, все такое. Ну, сами все знаете. Все, вам отличного дня, хорошего настроения. Я очень рада. Она, в принципе, выглядит очень компактной. Вот, если сравнить с мультиваркой, она даже вот меньше мультиварки. Соответственно, места будет занимать на кухне мало. Все, на этом обзор и распаковка закончена. А как будем на ней готовить? Смотрите в наших следующих выпусках. Все. Пока-пока. Тут удобно? Как тебе коробка? Коробка норм? Нравится? Твой размер? Все, коробка точно зачетная.